питаться здесь и сейчас. Расположись максимально удобно. Этот специальный звук будет периодически звучать, чтобы возвращать тебя в момент здесь и сейчас. И если вдруг твое внимание начнет уплывать, закрой глаза и ощути температуру воздуха вокруг тебя. Ощути запахи вокруг. Обрати внимание на все звуки вокруг себя. Ощути одежду, которая прилегает к твоей коже. Ощути пространство своего тела в пространстве. Ощути весь объем своего тела в пространстве. Не вовлекайся в свои ощущения, а лишь наблюдай их. Ощути все эмоции, которые сейчас внутри тебя. Здесь и сейчас абсолютно безопасно и спокойно. Теперь все внимание на дыхании. Вдох и выдох. Воздух входит в тебя и выходит.
Не пытайся делать дыхание более глубоким, пусть оно будет естественным. По мере того, как ты будешь наблюдать за дыханием, вдохи и выдохи сами собой начнут становиться более глубокими и протяжными. Почувствуй, как воздух входит и выходит из твоего тела. Почувствуй, как живот поднимается на вдохе и опускается на выдохе. И если в уме появляются мысли, ты просто замечай их и затем возвращай внимание на дыхание. И если поток мыслей отвлек тебя, и как только ты это заметил, и заметила, мысли перестают иметь над тобой власть. Ты просто позволяешь им течь и возвращаешь внимание к дыханию. Ощути себя наблюдающего и ощущающего это все. Ты тот, кто не дышит, а наблюдает за дыханием этого тела. Время замедляется. Время останавливается. Прошлое ушло. Будущее еще не наступило. У тебя есть только этот момент. Только здесь. Только сейчас. Когда твое внимание переносится в настоящий момент, это как будто ты выходишь из сна. С
сна, состоящего из мыслей о прошлом или будущем. Становится так ясно, так просто. В нем совершенно нет места для создавания проблем. Только здесь и сейчас. И с этого момента ты будешь все чаще и чаще пребывать в состоянии осознанности. Здесь и сейчас безопасно и абсолютно спокойно. Теперь обрати внимание на свою правую ногу. Ощути объем правой ноги в пространстве. Где внимание, там и расслабление. Теперь ощути свою левую ногу. Также ощути ее объем в пространстве. Почувствуй теперь свою правую руку. Почувствуй теперь свою левую руку. Ощути пространство левой и правой руки в пространстве. Где внимание, там и расслабление. Сейчас почувствуй живот. Спину. Грудь. Ощути шею и голову. Теперь попробуй ощутить все тело целиком, как единое энергетическое поле.
каково твое переживание себя на уровне более глубоком, чем физически. Продолжай удерживать внимание на переживании всего тела в течение примерно 5 минут и наслаждайся медитацией. Есть люди, которые думают, что где-то лучше, чем здесь. И есть люди, которые думают, что когда-то было или будет лучше, чем сейчас. А есть люди, которым хорошо и здесь, и сейчас, пока остальные думают. Все хорошо сейчас. Сейчас хорошее время для того, чтобы простить. Сейчас хорошее время, чтобы полюбить себя. Сейчас хорошее время, чтобы позволить себе жить легче. Просто перестань искать. Наслаждайся тем, что у тебя уже есть. Где бы ты ни был, что бы ты ни делал, с кем бы ты ни находился, просто слушай, наблюдай, присматривайся и познавай. Просто живи. Живи так, как будто ты только что появился на свет и увидел все, что тебя окружает вокруг. Главное, не суетись попусту. Найди своих и успокойся. Ты существуешь, и это прекрасно. И с тобой все хорошо. И всегда было все хорошо. Кто бы что тебе ни говорил.
мысленно поблагодари Вселенную за все, что у тебя есть, за жизнь, за здоровье, за эту медитацию и так далее. Сохраняя это состояние благодарности, осознанности и присутствия как можно дольше и после окончания этой медитации. С каждым выполнением этой практики входить в состояние осознанности будет все легче и быстрее. Хорошо. Теперь можно открыть глаза и, сохраняя осознанность, вернуться в свое бодрствующее состояние. Практика окончена.